Декоративно-прикладное искусство, уходящее вглубь веков, лоскутное шитье, у казахов носит название курак. На изготовление одного курак-курпе уходит 2-3 дня. Непростое это дело сложить в одно целое множество кусочков ткани. Процесс изготовления курпе делится на несколько этапов. Раньше изделия кроились на глаз. Курпе выполняются в технике курак из лоскутов. Лоскуты вырезались в форме ромба, квадрата, треугольника, в виде полос и сшивались. А также использовали технику аю – орнаменты. У каждой рукодельницы был свой – растительный, зооморфный, геометрический, космогонический орнамент и способ вышивки. Например, изображение цветка относится к орнаментам растительного происхождения, а бараний рог, гусиная шея, крылья птиц относятся к зооморфным орнаментам. В космогонических орнаментах, конечно же, прослеживается влияние тенгрианства. Солярный круг, луна, лучи солнца. Именно в орнаментах в символической форме отражено художественное видение мира наших предков. Лоскутки, собранные вместе, напоминают о ярких цветах весенней казахской степи, о тихой глади озер. Это красота, которую можно перенести на ткань. Курпе были и остаются обязательной составляющей приданного невесты.